Чем отличается жизнь богатой и бедной беременной Барби? Смотри в нашем видео. У богатой Барби высокие стандарты. Если платье, то только из самых дорогих материалов. Даже выкройки должны быть золотыми. Выкройку топа обводим на ткани. Сшиваем. Выворачиваем на лицевую сторону. Из ткани с искусственным ворсом делаем рукава. Пришиваем рукава. Крепим застежку-липучку. Надеваем на Барби. Мне нравится. Осталось добавить немного шика. Золотым акрилом рисуем логотип Шанель. Прорисовываем узор из логотипов. Покрываем золотым глиттером. Делаем юбку. На золотой эко-коже рисуем контур юбки. Загибаем края, фиксируя термоклеем. Сшиваем. Юбка сидит идеально. Добавим золотые ботильоны. Бижутерную цепочку укорачиваем. Мой стиль! Моделируем браслет и ожерелье. Сережки покрываем золотым акрилом. Сумочка с модным питомцем уже готова. Моделируем колечко из бижутерии. Правильный бриллиант должно быть видно издалека. Мой наряд идеален. Похоже, малыш родится совсем скоро. Доктор советует мне приготовиться к торжественному моменту. Событие действительно важное. Мой наряд должен соответствовать. Эта обувь слишком обычная. А вот золотые ботиночки подойдут. Костюм от Шанель – беспроигрышный вариант. Я готова к встрече со своим малышом. Надеюсь, ему понравится. Пара аксессуаров для полноты образа. Не волнуйся, крошка, тебя я тоже захвачу. Завтрак очень важен для будущей мамы. Начну с черной икры. Это источник аминокислот, витаминов и минералов. Все это очень нужно и моему малышу, и мне. Вот и наступил новый день, полный забот. За окном ясно, и мое настроение сразу улучшилось. Нужно скорее отправиться на прогулку. Но в этом платье выйти совершенно невозможно. Оно все в дырах. Что же придумать? Эти шторы выглядят отлично. Они мне пригодятся. Сошью несколько отрезков вместе. Бедняжка Барби, это платье никуда не годится. Из штор сошьем новое платье. Отрезаем полоску ткани. Обклеиваем слоем пестрых латок. Получилось яркое платье. Берем нить из мешковины, заплетаем косичку с помощью крючка для вязания. Пояс завязываем на Барби. Мне нравится. Используем бечевку и крышечку от бальзама для губ. Крепим конец бечевки. Наматываем бечевку по спирали. Обматываем всю поверхность крышки. Получилась заготовка для шляпы. На крафтовом пакете чертим круг. Вставляем бумажный круг в заготовку. Прорезаем круглое отверстие. Отрезок мешковины крепим на поля. Обвязываем тулью шнурком. Украшаем декоративными цветочками. Шляпа великолепна. Из лотка для яиц вырезаем выступающую деталь. Солому укорачиваем до нужного размера. Обклеиваем края будущей сумки. Украшаем всю поверхность. На бечевку крепим бусину. Моделируем ручки сумки. Готово! Жизнь в трейлере не самая роскошная, и умываться приходится на улице. Зато овощи прямо с грядки. Поливаю их каждый день. Морковка выглядит аппетитно, и малышке понравится. А эта шляпа мне пригодится для защиты от солнца. После вкусного ужина я развлекаюсь игрой на гитаре. И малышка пританцовывает. Ой, кажется, ей уже надоело сидеть в животике. Скорая помощь! Мне срочно нужно в больницу. Доктор, помогите! Малышка больше не может ждать. Не волнуйтесь, все будет прекрасно. Еще немного, и мы увидим вашу малютку. Вот так! У вас прекрасный и здоровый ребеночек. Моя маленькая, какое счастье! А теперь пора возвращаться домой. Эта коляска богатой Барби точно не понравится. Золотой эко-кожей обклеиваем сиденье и крышу.
Золотым акрилом покрываем бампер коляски. Красим детали на ручке и основании коляски. Оставшуюся деталь покрываем акриловым лаком. Посыпаем глиттером. Колясочка сверкает. Украшаем колеса стразами. Маленькими стразами декорируем бортик бампера. Украшаем крышу. Крепим на бортике крыши бусины на нитке. Эта шикарная коляска идеально подойдет. Катать малыша в золотой коляске – сплошное наслаждение. Сразу понятно, что этот ребенок просто золото. Улыбнись для селфи, мой ангел. И поедем дальше тратить наши деньги. Коробку от Филадельфии превратим в коляску. Обклеиваем тканью внешнюю часть. Декорируем края мешковиной, укладываем на дно синтепон. Сверху клеим мягкую ткань. Отрезаем половину бумажного стаканчика. Устанавливаем в виде крыши коляски. Прорезаем в крыше окошечко. Клеим отрезок мешковины. Соединяем деревянные палочки. Крепим на колеса из лего. В колесо от машинки вставляем катушку ниток. В середине устанавливаем длинную палочку лего. Колеса работают. Устанавливаем люлечку. От старой игрушки отрезаем шнур. Вставляем в середину тонкую проволоку. Моделируем ручку коляски. Выглядит плохо, но ездить можно. Кроватка для малыша должна быть не хуже, чем у наследного принца. У деревянной кроватки снимаем ножки. Устанавливаем золотую фурнитуру, крепим деревянные ножки на термоклей. Колыбельку нужно украсить. Покрываем деревянные детали белым акрилом. Сверху наносим слой золотой краски. Позолоченным шнурком обклеиваем бортики колыбели. Стразами декорируем края кроватки. Губку для посуды разрезаем. Тонкую часть оборачиваем декоративной тканью. Получившийся матрасик укладываем в кроватку. Сделаем подушечки. Склеиваем края термоклеем, срезаем лишнюю длину. Золотые подушечки сверкают и сияют. Все готово для малыша. Мой малыш – моя самая большая ценность. Поэтому все у него будет самым изысканным и шикарным. Я об этом позабочусь. Иди на ручки к маме, сокровище мое. Ничто так не бодрит, как денежная ванна. Купаться в деньгах – мой любимый вид досуга. Так же сильно я люблю только денежный дождь. Купаться в деньгах я могу часами и никогда не устаю их тратить. На свалке можно найти много полезного. Пахнет, правда, не очень. Подожди немного, малышка. Мама сейчас придумает, из чего сделать для тебя кроватку. Эта коробка вполне подойдет. Идеальный размер. Старую коробку освобождаем от содержимого. Прорезаем отверстие. Вставляем пластиковую корзинку. Веточками обклеиваем коробку. Декорируем кусочками коры. Добавляем перышки. Ткань состариваем. Пастелью рисуем пятна. Приклеиваем латки. Моделируем матрасик. Добавляем подушечку. Стелим одеялко. Кроватка ждет крошку. Малышка, время ложиться спать. На мягкой подушечке снятся хорошие сны. Одеяло не самое лучшее, но другого у нас нет. Засыпай, крошка, а я почитаю книжку про бедную Золушку, которая стала принцессой. Когда-нибудь и нам повезет, и мы заживем богатой жизнью. Нужно только верить. О, потерянный лотерейный билет. Может, это мой шанс? Внимание! Объявляем победителя лотереи. Главный приз получает Барби. Барби, мы приглашаем тебя в студию для вручения чека. А вот победительница. Поздравляем! На что вы потратите свой выигрыш? Наконец, у нас с дочкой будет жизнь, о которой я всегда мечтала. И моя малышка ни в чем больше не будет нуждаться. Я так счастлива. Малышка, все получилось даже лучше, чем в моих самых смелых мечтах. Что в этом выпуске понравилось тебе больше всего? Шикарный наряд,
золотая коляска или кроватка из мусорной коробки? Ставь лайк, подписывайся на канал Лалилу и жми на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.